Извините, что первая часть оборвалась, память в телефоне закончилась. Ничего страшного, продолжаем. Обзор игры Root. И Матюша с нами. Ему понравилось, он среди мышек, в своей привычной обстановке, да? Вот. За мышек оказалось играть сложнее, там совершенно другие техники, другой смысл. Надо распространять сферы влияния, за них получать вот даже можно плюс 4. Но это не привело меня к победе, вон я там в серединке. За котиков оказалось проще. Мы играли в этот раз вообще без котиков. И без котиков игра оказалась гораздо сложнее, потому что котики много чего дают, влияют на всех остальных игроков, и без них труднее было добиваться своих задач. Вот, в общем, мы игру рекомендуем, она интересная, почти ни на что другое не похожая, вы аналог прям такой же не найдете. И вот, и вам никогда она не наскучит, потому что как только вот мне попались мышки вместо котиков, я поняла, что я ничего не поняла, что первый раз я играла, не понимая и половины, чего происходит. Мать, чтобы я все понял. Что это такое? Устроилась поудобнее. Лапы. Кто себе отрастил длинные лапы? Это он на зиму отрастил, чтобы на улице по снежку ходить тепленько было. Я утомила. В общем, да, Матюша так намекает, что хватит, бла-бла-бла. Уже спать хочется. Играй дальше. В общем, в следующий раз я буду играть за синеньких или енотика. Вот мы сейчас с енотом играли. Вот и расскажу вам впечатление. Вот. Ну, а пока бегите в магазин и покупайте эту классную игру. Вот еще раз название, чтобы вы не забыли. Пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.